усмешка, перекрылья снова ветра. Як мне молиться, и назавжди застыне в вакууме небо. Я помылился, я тихий шепт у голове. Як мне молиться, и любый Боже, борони нас обернулся. Так будет скучно. Народ в зале. Это бабло. Бабло — это успех. За успех? Но! Ай, нихера это не успех. Что фальши много. Знаешь, блеск — это не фальш, это блеск. Людям нужен блеск. Мне пофиг, что любит people. Что попса это уже достало. Держи, Грег. Ага, обращайся, в одном дворе выросли. Хошь не хошь, а попса делает деньги. No pop, no food. Что-то я не помню, чтобы роллинги голодали. Пацаны, реально, надо же развиваться, надо звучание искать. Высказываться, в конце концов. Мы превращаемся в однодневку. Чувак реально ничего не понимает в шоу-бизнесе. Да ладно. Так, ребята, друзья же! Ответственное решение в клуб. Ты уже все понимаешь. Конечно, понимаю. На Мила Кондратович вас любой врач. Фамилия. Мицкевич. Никита Мицкевич. Холост. И чего пришел? Деньжат подзаработать. О, деньги нужны. Не, если кому-то помогу, тоже неплохо. Но я сегодня в пролете, да? Сегодня? Сегодня, да. Сегодня в пролете. Цветочек не забудь. Спасибо. Извини, опоздала, парковалась долго. Отлично выглядишь. Спасибо. Тут, короче, косячок. Приработок один должен был прийти и обломался, так что ренессанс отменяется. Глупости, хочешь, я тебя приглашу. Не, ну ты что? Хочешь, просто погуляемся. Высоты боишься? Хоть убей, не могу понять, что такая девушка, как ты, делает с таким отбросом, как я. Не поняла. Нет, ну смотри, у тебя папа декан, мама дипломат.
Меня папа мент, мама училка. Гитара и никаких перспектив. И что? Тебя это давит? Нет. Ты занимаешься любимым делом? Конечно. Ты хочешь меняться, чтобы кому-то нравиться? Вот и ответ. Выйди на минуту. Дай нам одеться. Здрасте. Здрасте. Поздоровались уже. А я да, вы нет. Никита уже уходит. Да, в следующий раз поговорим. Да нет уж, молодой человек. Давайте, чтобы следующего раза не было. Никогда. Ну, это не вам решать. Что это значит? Это значит, что мне 20 лет, и в 20 лет я хочу встречаться с молодыми людьми. Встречайся! Но с нормальными! Нормальный – это тот, который тебе нравится. Знаешь, папочка, если тебе такие нравятся, ты с ними и встречайся. А я как-нибудь сама разберусь, окей? Вставай, на пару опоздаешь. Как то мое мнение, что их должны получать все педагоги, а не только... Человек, его права, свободы, согласно статье Конституции в отношении их профессиональной деятельности. Итак, сегодняшняя тема – ответственность медицинских работников при исполнении профессиональной… Так, у кого звонит телефон? Извините. Ребята, я же просил выключать мобильное. Слушай, а что, я то ли в Индии была? Наверное. Достало бы диск. Да ничего, сейчас стеганемся. Спасибо. То есть хочешь сказать, у нас есть элита? Ну ты понимаешь, о ком я говорю. Только веди себя хорошо, тут много моих знакомых. Хорошо, Стивен, клянусь. Я рад вас поприветствовать на выставке. Проект называется «Совершеннолетие наций». Не вдохновляет на новую песню?
Ну, разве что для Евровидения. Фотогалерея. Банальный вопрос, но все же. Может быть, понравилась больше всего какая-нибудь картина? Мне понравилась сама идея совершеннолетия нации. Творение электрокардиограмма. И это сразу отображено на самом стихотворении. Даже если слепых и немых полмира, остаться в живых, даже если полмира глухих, то не хочет слышать, о чем поет душа Элира. Алло, Николай, а ты где? Ну, прости, не смог я прийти на твою выставку, так замотался, времени нет. Слухай, я тут бачу твою дачку, такая прыгажуня стала, такая дорослая. Ну да, вся в мать. Хлопчики тут каля я ее такие. Какие хлопчики? Музыка с гурта «Перфект». До речи, гурт довольно цікавий. Блин! Тысяч транснациональных корпораций и сделали любопытные выводы. Оказывается, львиной долей мирового... Свет, я тебе еще не говорил, нам зарплату повышают. Вам, да? Группа компаний и банков. Остальным же... Ну, не всем же сразу. Будет стабильно. Будет все остальное. Поешь. Еще одно подтверждение. Спасибо. Неудивительно, что на улице Австралии, Новой Зеландии, Западной Европы и... Как показывает, как все на самом деле. Выходят десятки тысяч людей. Во всем мире бардак. Социальной справедливости. Ладно, и сокращения разрыва между богатством. Немногих. Может, все-таки переведешься в Академию милиции? Подумай. На требования людей власти отвечают жесткими разгонами демонстрантов при полном молчании. А что они там лобают, лобают в этой своей группе? Может, вообще какой хренью там занимаются? Ты лучше вот о чем подумай. Не только огромное количество людей, но и целое что государство. Это? Выписка по кредиту. Пирамиду, ты на процентом смотри. Спокойно. Торопиться никуда не надо. А, донорский пункт, да? А, да, окей, подъеду. О, деньжат намечаются. Подвезешь меня? Жар. Привет. Ну, слышали? Ну, блин, гигасеты в реакторе. Який формат? АИФ. Так. Так, бачу. На компе все зроблено. Да. Не, ну пацаны, ну чё нам всю жизнь по гаражам играть? Бобруйск, Жодина, Хойники. Кому вот это наше творчество нужно в Москве, в Киеве, в Берлине? Ребят, ну, это 19 век. Шоу-биз, он по своим законам живет. У меня есть хорошие подвязки среди крутых продюсеров. Ой, не ведаю. Никита! А? Тетя Зина, вы тут что делаете? Ой, что я делаю? Я перевелась из второй клинической.
Да, два дня работаю, три отдыхаю. Красотища. Как родня поживает, как мать. По-старому, все по-старому. По-старому, да. Видела ее на похоронах. Игорька, спился жалко. Ты не пьешь? Тетя Зина. Как батька? Получил новое звание? Ну, скоро уже. А я его сержантом помню. Вот на кого равняться надо. А ты здесь что? Ну, я крови пришел сдать. Крови, да? Ну, все, тетя Зина, я спешу. Так что вы там, привет всем передавайте. Ну, беги, беги. Какой кабинет? Да вот сюда, в 16-й. Можно? Вы проходите, присаживайтесь. Николай Александрович. Давайте поговорим. Давайте. Пришли результаты ваших анализов. У вас в крови обнаружен вирус иммунодефицита. ВИЧ. Что, прикол? А? Прикол, да? Никита? Никита? Никита, я хотела тебе кое-что сказать. Извините. Здравствуйте. Зина! Привет, Светочка. Привет. Никита, на учебе. А Марта на сборах. Красавица. Никиту твоего видела сегодня. Весь колючий такой, озабоченный, как швырнет в урну. Что швырнет? Зин, я что-то тебя не понимаю. Светочка, ты только знай, семья всегда с тобой. Я что-то не... Что это? Ванько увольняется из оперативного. Чего? Следственный комитет перекрутит. А, ну конечно. Там пожирнее будет. Да? Что такое? Ну, хулиганы, сквернословы. И сколько их? Здесь четверо, и еще восемь у Пчелкина. Геморрой на целый день. Ну. Оформляй. Чего оформлять? Хулиганку? Нет, блин, измену родине. Как обычно. Опять к нам. Привет, Таня. Алло. Слушаю. Света, я не могу сейчас говорить. Тут такой дурдом. Что с Никитой?
Вот оно. Вот оно твое гребаное воспитание. Твоя свобода. Ты мужчина! Ты должен был! Что я должен был? Брать ремень и драть вас обоих. Эту его гитару, твою голову. Не знаю. Это все распущенность. Понимаешь? Это ты гребаный свободы. Все беды. Эх, ну вот. Кольнулся, а потом два. Вот. Але ж гэта рэчаіснасць. Пад кожным сталінскім будынкам хтосьці закапаны. Што глупасці какі-то. То есть ужас. Сегодня попалась компримера. Пенигин. Беларуская классика, по-моему. Хочешь, сходим? То есть он тебя бросил? А я лічу, што гэта добра з'ехаць адсюль. Мне сёння не да театра. Я с отцом договорилась. У него сегодня до 10 какой-то банкет. Хочешь, пойдем ко мне? Никита, а серьезные вещи я могу тебе сказать? Говори. Посмотри на меня. Я тебя люблю. Нет, Никит, я серьезно. То, что я только что сказала, это серьезно. Отец не помеха, да вообще помех нет. У меня ВИЧ. Подожди, Никит, расскажи. Что я тебе буду рассказывать? Что я тебе буду рассказывать? Скажи мне. Ставь мне. Ну, я, наприклад, не бачу тут ніяких перспектив, ну правда. Трупяки под мурами лежать. У меня так одна знакомая уехала на заработки в Египет. Из танцовщиц в проститутки за 2 дня. Раз и полгода рабства. Что? Узнали? Почему сам не сказал? Трубку не берешь? Не очень приятно об этом говорить. Да, мать, я подумал о сестре, обо мне! Сережа! Сережа, осторожно! Он же... Боитесь? Не надо. Что, теперь о семье говорить будут? Что, у них спидозный наркоман? Я не наркоман, папа. Ты еще скажи, что как грипп это подхватил на улице. Руки покажи. Не волнуйся, это анализ крови. Сыночек, как же это случилось с тобой? Руку отпусти. Отпусти руку! Отвечай на вопрос. На вопрос отвечай. Занимался сексом? И заразился. С кем? Какая разница? Искать себя будешь? Я даже имени не знаю. Это было в Крыму. Мне договорили!
коллеги, у нас проблемы. Никита Мицкевич, помните такого студента? А если он начнет кровь шприц набирать, а потом всем вкалывать? Ну, тебе и правда нужно было бы. Как вообще такую хрень можно говорить? Идиот. Для вас всегда все самое лучшее. Вам. А что, Мицкевич, реально с таким диагнозом в универ собирается? Мне, пожалуйста, рыбные биточки. Слышь, ты ж только не трынди никому, а это ж все по секрету. Никита, Николай Васильевич просил тебя зайти к нему. Прямо сейчас, Никит. Яна прямую. Яна мне все рассказала. А между прочим, ты сделал ей очень больно. А как я мог по-другому? А по-другому и не надо. Никита, я знаю, что тебе сейчас надо. Тебе нужно время. И я разрешаю тебе взять академический на годик. Нет, я тоже так поступил бы на вашем месте. Подальше от факультета, от дочки. Ну, хочешь, я тебе организую путевку на юг, в Крым? Да нет, спасибо. Крыма с меня достаточно. Не надо мне ваших путевок. И дочке вашей не надо. И факультета этого гребаного. И тем более вас самих. Какой белорусский райдер? Ну, водка и драники, ну. Парни, праздник! У нас, между прочим, сольник. Клуб Жлондон. Жлобин. Круто. У меня там родня. Дядя живет. Ах, это там самозвалы робят? О, нет. Это политический момент. Самосвалы — это в Жодино, а в Жлобине мягкие игрушки и еще металлургические. Здорово. Чего ты трубу не берешь? А я тебя обрадовать хочу. В общем, Стас какого-то своего кореша приводил. Москвой нас манил. Или мы подумали, что без тебя вырошать ничего не будем. Он давным-давно свою игру какую-то ведет. Мне вообще не в кайф, когда он так вот зазнается. Я чуть не понял. А что началось? Слушай, давай вот только без обид. Хорошо? Стаса своим эго уже вот здесь вот. Мы этого диктату тривать не будем. Ты повинен Стасу сказать про это. Спасибо, пацаны. Я тоже не пустой пришел. Есть песня новая. Текст не написал еще, но в целом зацените.
Это не хит. Я не говорю, что это хит. Значит, нам это не нужно. Стас, я не хот-догами торгую. Я пишу песни. Это не песня, блин. Старье какое-то. Еще не докончено, а уже нафталином воняет. Стас, ну, народ напрягается. Ты давишь. Ну, мы же команда. Мы все привыкли делать в команде. Или я неправильно говорю? Так. И Никита? Никита? Никита, скорее всего, покинет группу. Я слышал, ты заболел? В смысле? Заболел. Что, я буду рассказывать? Ну. Пусть сам расскажет. Нет, продолжай. Я же вижу, как из тебя прет. Ничего не прет. Просто весь универ уже знает, что у тебя СПИД нашли. Нашли. Никита. Нашли, Грег. Работа осложнится. Объективно. Да иди ты нахер со своей объективностью. Твою мать! Я сейчас. Ты это... Давай гитару. Все забрызгано. Что, теперь ее спиртом, что ли, отмывать? Короче, с Яной я расстался. Из группы тоже ухожу. Никит, ну ты только не подумай, мы... Да ладно, Гриш, я не подумаю. Он прав. Что-то должно измениться. Так что из музыки я ухожу, и, видимо, навсегда. Тебе адрес дам. Адресочек один. Там, где настроение подым. Там всем подымают, у тебя подым. Без бабок туда не ходи. Что же ты делаешь, паразит? Тут же люди живут, вонять же будет. Иди нахуй. Никита, ты что напился? Что же ты вытворяешь? У тебя папа милиционер, мама учительница, интеллигентная женщина, а ты? Иди, блядь, пожалуйся. На.
Ох, Никита, Никита. После ухода Никиты из группы, теперь я лидер группы. И что? Просто хотел тебе это сообщить. Сообщил. Вот. Стасик. Скажи, откуда в тебе столько самолюбования? Ты же еще ничего в жизни не сделал. Подожди. Я жду. Многие считают меня крутым. Ты не крутой. Привет! Он напился. Я его таким никогда не видела, Сереж. Тебе расстанься. Мне плевать, чем ты болеешь. Но вести себя ты должен как человек, а не как скот. Сережа, не надо. Уйди отсюда! Мент, блядь! Так, давай! Как слово РВД, пытки давай свои фашистские! Пытай меня, как ты пытаешь этих своих заключенных своих пытаешь! Давай! Минутовская рожа! Да ты фашист, а не мент! Ты фашист! Директор. Иди сюда! Иди сюда! Напрасно ты так о нем! Напрасно? Конечно, ему можно, а я напрасно. Ты не прав. Не прав, мамочка. А я всегда не прав. Не маршируй в этой долбанной академии, не прав? Да? Музыку эту играю, не прав. Кругом не прав. Звонила Марта, твоя сестра. Я ей не сказала. Мне похер. Мамочка, мне похер. Похер мне. Собаку уберите. Сидеть. Тебе чего? Мне ваш адрес дали. По шее тебе не дали? Ладно. У меня деньги есть. Не парься.
бывает. Конченая. А тебе туда? Да не парься. Привет. Слушай, смешной ты. Я тебя не знаю. Я вас тоже. Кто тебе адресок дал? Ну, пьянь какая-то дала. Говорит, вы развеселить можете. Я могу. Травку куришь? О, на игле? Не. Ну на чем сидишь? А? На заднице. Ну почему решил попробовать? Что в жизни ад. Ад? А света нету. Ян, 5 минут. Здесь что? Просто такая ситуация, как бы. Я не понимаю, да про понимаешь что ты. Я про Никиту. Давай так, чтобы сразу было понятно. Мы разошлись. У него своя жизнь, у меня своя. Подожди, Яна, подожди. Послушай. Никита, у него проблемы. И я имела все шансы эти проблемы от него получить. Теперь я ему ничем не помогу. Яна, так значит, ты его не любила? Значит, не любила.
Вася, зайди ко мне. Не рапорт Орловскому. Зайди сейчас. Хорошо. Ребят захватим. Ладно. Он взял деньги и ушел. Сколько денег ты взял? $520. Ну, радует, что за такие деньги далеко не уедешь. Вот что, я позвоню Штыреву в погранкомитет. Пусть они проверят. Чего проверять? Паспорта не взял. Может, ориентировку? Ночью. Какие обменники работают? Ну, какое казино? Сейчас в Минске казино вообще больше, чем в Лас-Вегасе. И таксистов пробить. Согласен. Ты прав, Вася. С чего он взбеленился-то? Вроде нормальный парень был. Нормальный. Да все хорошо. Поругались. Не бери в голову. Ну, я тогда пойду. Иди. Иди. Знаешь, внук, хочу похорониться так тихо. Не моего, кто я такая? Я обыкновенный рабочий человек, обыкновенная крестьянка. Никто еще с гроба не устал. Один Христос, который устал, но мы его не видели. А он устал, и вот мы его, и Божечку мы не видели. Вот может, он на небе, он глядит на нас, на меня. Я вот выйду и говорю другой раз, ну так погляди на меня, на все, и сделай мне хорош. Ну сделай, что у меня здесь. Я это ничего, я даю. Один некая разница, в чем я наделась. Те, кто на меня будет глядеть, хоть и звезду на лоб, так никому, кому ты надо. Но дело в том, чтобы просто детям, внукам было все хорошо. А того, якого, где что и свет. Я понимаю, я глядела, когда умирала, вот, и свекруха умирала, и папа умирал. У меня было 10 годов, 12, 11. Папа помер мой в 46-м году. Его очень били немцы и полицейские. И все время, потому что этот сын Мишка, он его же никуда, и он ховался, он 10 классов кончил, он же не пошел в полицию. И так я вот глядела, и мне говорили, вот, и баба уже, и свекровна баба Ганя, и ваша прабаба, она говорила, что она соснится мне, як на том свете. Но мне никто не соснился. И тетя Анча мне говорила, не соснился. И я все время вот так вот глядела, говорят, что дух. Ну так вот она к себе вдыхали, но не выдохли. И вот так вот глядела, и папа умирал, так вот к себе, потянул к себе, но не выдохнул. Значит, дух який где, ну кто его знает, ну никто не встал с гроба еще. Завязывают, як не закопают, сотлея, и все сотлея, там ничего нигде нема, и все на нет. Милый городок, ни пробок, ни киосков, чистота и порядок. А люди где? Работают, наверное. Правильно.
Стасик, у меня полчаса всего. Это очень близко. Сюда. Не, я и пойду туда. Вау! Это Катерина. Вы знаете, какие проекты, каких артистов. Я хочу всех представить. Стас, не суть, я очень быстро. Ребят, дело такое. Мой продюсерский центр готов заключить с вами контракт. Пацаны, это реально круто. У нас туда, кроме Ляписов и Сереги, никто не попадал. А, значит, я Женя, продюсер группы. Директор, администратор. И нас интересуют условия формата. Поп-формат. А телек другой не интересует. Только телек формирует популярность. А популярность — это деньги. Я же говорил. Нет, ну я не знаю, может, у вас какая-то другая формула шоу-бизнеса. У вас артисты на пастбищах выступают. Вообще за это платят? Сегодня в Первомайском суде столицы начались слушания по делу об уклонении от уплаты налогов. На скамье подсудимых Олесь Беляцкий, называющий себя правозащитником. Его обвиняют в сокрытии доходов в особо крупных размерах. По данным прокурора, Беляцкий получил от иностранных граждан более 500 000 евро и держал деньги на счетах литовских и польских банков. Ущерб, нанесенный белорусскому бюджету, оценивается в 352 миллиона рублей. Юрий Прокопов разбирался в деле. К началу заседания в зале суда уже были заняты все места. Само по себе уголовное дело рядовое – сокрытие доходов и уклонение от налогов, пусть даже не в особо крупном размере. Однако повышенный интерес публики вызывало то обстоятельство, что на скамье подсудимых человек, который долгие годы официально числился безработным, но был далеко не самым бедным человеком в Европе. По данным обвинения, с 2007 по 2011 годы Олесь Белянский получил 550 тысяч евро и хранил их на счетах в литовских и польских банках. Полученные средства... Деньги дают под меня. Это факт. Разумело. Макс. Ну ты чё? В самом деле, ну? Хочу займаться белорусской музыкой. Москва мне не цікавіць. Тем больше это здрада, не мы зрабили гэты гурт. Ему сейчас не до этого. А мне до того. А мне эта баба не нравится. Переживет и выплюнет. Ну, может, вот Стасик останется. А мы? Он же нас первыми. Не, ну, с другой стороны, Гриш, это же реально шанс, когда еще такое предложат. Да переживу. Белорусы гордые. Им кучу золота насыпь, все равно нос воротить будут. Поэтому задницы сидят. Сидят и ноют. Гитарку забери Микитову. Ну все. Адьё. Воровать нехорошо. Днем и
разыскиваем молодого человека, который предположительно уехал на такси. Вот его фотография. Я его подвозил. Привет. Привет. Тут за неделю. Окей. Слушай, в Москву ехать надо. Хороший? Что? Слушай, а ты не боишься, что у тебя от этих наушников того слух пропадет? Не, все тип-топ. Ну давай, счастливо. Пока. Аня. Ау. Что такое? Проблема. Да какая-то проблема. Ты хороший мальчик. Сколько он тут? Ну, несколько дней. У нас реальная проблема. У него батя полкан. Да ладно. Если схватится, всех повяжут. Пошли. Сына начальника искать. Малыш, малыш, концентрируемся. Малыш, как дела? У нас для тебя сюрприз, бонус. Послушай, ты очень хороший. Мне искренне жаль с тобой расставаться. Кладите его сюда. Миш, ты мясо из холодильника для Тузика забери. Господи, что он тут забыл? О, еще один кусок мяса. Ментовский сынок с трупом. Здесь нет, уже хорошо. Никого нет, что не видишь, сдали нас. Шмотки похватали и смылись.
Сергей Николаевич. А я тебя знаю. Я тебя нет. Ты музыкант из группы Perfect. Никита. Где? В центре. Что, совсем плохо, да? Совсем. А я тут живу недалеко. Вон там, за домом. Запахи вообще никого не смущают. Там пахнет абсолютно все. Улицы, люди, обезьяны, коровы. Ну, это плохо, когда познаешь мир только через краски и звуки. Надо использовать все органы чувств. Когда была в Индии? Год назад. Почти полгода. И что делала? В массовках снималась. В Болливуде, что ли? Угу. Джимми, Джимми, Раджа, Раджа. Да. Там постоянно европейские лица нужны. А я в одном фильме сыграла английскую девочку. Дочку вельможи. А я тебе сделаю чай, как в Индии. Ты учишься в курсе уже, да? Так ты поэтому так напился? Типа того. И зачем? Забыться. Но ведь все происходит вот здесь, в голове. И здесь.
пить везешь? Как маму? Лет 12, когда мы последний раз в поход ходили. Эти наркоманы, небось, тебя так не кормили. Да ты подумай, что их толкает на это. Нет оправдания. Да нет, хорошей жизни, они туда идут. Ты что, жалеть наркоманов? Наркоторговцев? Ладно, понятно. Что понятно? Ничего. Ты прости меня. Я когда опером начинал, помню, каких-то домушников ловили, форточников. Приехали они, два хача. Выходят они с сумками. И я пошел первым. Они увидели в машину, а я у них на дороге. И они прут. Прямо на меня. Тогда я впервые увидел смерть. Бац! Я на капоте. Ухватился руками. Метров 200 ехал, пока не сбросило. Ты боялся умереть? Все боятся. И все умирают. Мало, и поэтому... Ба-бам! У меня к тебе новость. Никита, сообщаю тебе, что с сегодняшнего дня группы «Перфект» не существует. Да ладно. Прикольно. А я в группу взаимопомощи записался. Они попросили девушку в Валентине льстить. Сходим завтра? Конечно, сходим. Молодые люди, только недолго. Договорились?
Выйди, пожалуйста, из палаты. Я из группы взаимопомощи. Я не могу больше ходить. Как себя чувствуешь? Врачи говорят, что все хорошо. Лекарства нужно и есть. Время летит здесь совсем по-другому. Только не все это понимают. Это не поймешь. Это сердцем чувствуешь. Угощайтесь. Фруктов принес. Еще придешь? Обязательно. Мам, пап, это я. Кто-нибудь дома? Марта. Привет, ты не на работе? Шел анализ отпечатков со знака Плитона. Ну, в основном наркоманы, которые у нас на учете стоят. Ну, вот этот вот, личность интересная, зовут Георгий Малков. Учится в университете. Похоже, что дилер. Отпечатки не на шприцах, а на фасов. Все это зараза, все это с Запада. Сначала Кова. Потом фильмы, потом музыка. Наркота. Да, у них притоны по всему городу. Один накроешь, а другой открывают. А дети сгорают. Там хозяйка была, ее отпечатки есть? Так что с Малковым делать? Вяжите. Я бы такие дела не смогла. А ты? Нет, я тоже. Не знаю, хорошее чувство развито. Интересно. Очень хорошее чувство. Осторожно. Милиция, капитан Бондаренко. Спокойно, все нормально. Разрешите? Давай. Заводи. Задержанный Георгий Малков. Вы не могли бы представиться? Наученный. Ну, хорошо. Подполковник Мицкевич Сергей Николаевич. Замначальника РОВД. Может, я еще визитку дать? Обойдусь. Фамилия, имя, отчество? Малков Георгий Михайлович. Могу я узнать причину ареста? Арестовывает суд, а вы задержаны. Адрес. Улица Фронтовая, 15. Вам о чем-нибудь говорит? У меня плохая память на адреса. Молодой, а память уже плохая. Сейчас напомню. Открыли наркопритон. Дактилоскопическая экспертиза нашла там твои отпечатки. В том числе на упаковках наркотиков. Тебе будет предъявлено обвинение в наркоторговле. 7 лет. Как минимум. Сейчас больше даю. На
адреса у меня плохая память. А вот на фамилии... Мицкевич. Знакомая фамилия. Был такой поэт, Адам Мицкевич, например. Да, и поэт тоже был. Но... Кто еще? Не слышу ответа. Можно листик и ручку? Это только для ваших глаз. Ну-ну, конспиратор. Эти отпечатки ничего не доказывают. За употребление у нас уголовки нет. Стать. Вам придется меня отпустить. Ну хоть адвокату можно позвонить? Всем привет. Привет. Вижу, все в сборе? Ну, мы как бы вроде по делу, как москвичи говорят, по бизнесу перетереть конкретно. Я решил, что будем выступать на фестивале. На каком? На ООНовском? Там, где Стасик намаливается? Да. Это я Кокапельна. Нет, ну у нас есть время. Офигеть. Осталось придумать, где репетировать, да? Никита! Марта. Уже знаешь, да? Ногу гвоздем, когда пробила, плакала. Ну, совсем чуть-чуть. Ну, сейчас что плакать? Ты же моя непробиваемая сеструха. Давай, успокойся. Идем. О, Никита. Здрасте. Сколько лет, сколько зим. Я здесь 1 месяц 9 живу. Сторожую. Школу закрыли. А ремонт только где-то в 2014 будет. Вот здесь можете репетировать сколько угодно. Никто не услышит. Дом с привидениями. А мне подобается. Не замерзла? Нет. В этом месте много хорошей энергии. Здесь все получится. Ребят, я нашел солистку нашей группы. Встречайте. Ну, чем вас тут угощают? Ну, Вай, мабуть, тебе такое не сподобается. Такое не еси. А для такой красавицы у нас есть яблочки. А мы, кажется, не познакомились. Меня Оля зовут. Что-то я про тебя слышала. Яна.
вам. Что происходит? Не поняла, ты выпал, что ли? Что, черт возьми, происходит? Ты что, ты орешь, как будто тебя режут. Где ты была? Не понимаю, к чему этот допрос. Я хочу знать, с кем ты сегодня была. Опять с ним? С Никитой? А давай мы для начала сменим тон. Да нормальный тон для подобной ситуации. Нет, это не нормальный тон ни для какой ситуации. Если он тебе нравится, я могу ответить в том же тоне. Да, я была с Никитой. Да было? Ну подожди, подожди. Он уже отработанный человек. У него нет никакого будущего. Но посмотри правде в глаза. Зачем тебе это? А ты подумай. Зачем тебе мараться? Зачем тебе рисковать собой? Собственным здоровьем. Ты просто ничего не знаешь. Да бред какой-то! Ну если он болен СПИДом, значит можно заразиться. А ты книжечку почитай. Или в интернет зайди. Да какая книжечка? Какой интернет? Яночка, доченька, ну солнышко ты мое, ну подожди ты. Ну послушай, нет у вас ничего в ваших отношениях хорошего. И если кто-то узнает, от тебя будут шарахаться, как от чумной. И от меня тоже. О себе думаешь? Отлично. Да не о себе. И о тебе, и о маме, и о семье. У меня плохая новость, пап. Доченьки Паиньки больше нет. Потому что я ненавижу эту ненастоящую, скучную, бутафорскую жизнь. А будешь давить, уйду из дома. Серьезно говорю. Ну? Ты в ванной будешь за мной следить. Решил спортом заняться? Ну, сейчас, по-моему, самое время. Выход удержи. Чё? Дыши ровнее. Юля? Я хочу тебе сказать. Я должен. Мы уже виделись с тобой. Полгода назад. Я даже имени твоего не знал тогда. Это был прекраснейший день. И ты была прекрасная.
Думал, что будут тебя ненавидеть. Ты не виновата. Никто не виноват. Что я не слышу? Я не хочу умирать. Никто нам не обещал, что будет легко горлеком. И крик души тебя терзает коротким сном. Жизнь твоя пролетает короткими. Что ты сейчас пела? Тебе какая больше нравится, вот это или это? Вот это. О чем была песня? В смысле? Ну, та песня, которую ты пела, она о чем? Ну, о том, что в этом мире нами правит тайна одного чувства. Какого? Это чувство любовь. Я хочу, чтобы ты была солисткой. Я? Я так чувствую. А как же Яна? Это неправильно. Причинять другим людям боль – это неправильно. Оля. Подлость не имеет оправдания. Нет. Зато правда имеет. И правда в том, что мои песни должна петь ты. Ну, что я им скажу? Что у меня ремонт в клубе. Крыша опять протекла. Да ты понимаешь, что нас интернет с дерьмом опять смешает. Блин, когда это уже все закончится? Да понимаешь, что не скоро. Ладно, чао. Ну что? Кевич новую группу организовал. Че, реально, что ли? Выше неба. Вот заявка на фестиваль. Ребята, вот это трудно. У нас уже вся программа сформирована. Это не поймут? Кто не поймет? СМИ. Вы конкуренции боитесь? Запомни, детка. Я ничего не боюсь. Деткой вы будете называть ту, которая отсюда вышла. А еще трусов не любят. Их презирают. Танец надо репетировать. Дыхалка не к черту. Подай водички. Я в клубе был. И че? Никита выставляется на фестиваль. С кем? Собрал группу. Старый состав. Гриша, Макс. Яна с ними. С чем они будут выставляться? Со старыми песнями? Это же смешно. В том-то и дело, что не со старыми. Идиотизм. Вот почему люди не могут успокоиться?
заняться собой. Лезут, как тараканы, во все дырки. Что это, сука, с ними? Стас, успокойся, а. Твою мать, блин. Я вообще не понимаю, что тут происходит. Сообщить вам приятнейшее известие. Мы едем на фестиваль. Ура! Нам это было очень непросто. Между прочим, всю тему пробило, не побоюсь этого слова, как таран. Наша прекраснейшая Яна. Вот так вот. Отлично. Только солисткой на фестивале будет Оля. Это шутка? Нет. А что? Это мое решение. Я что-то сделала не так? Нет. Я плохо пою? Нет. Тогда в чем проблема, Никита, я не понимаю. Никаких проблем, Яна. Просто для моих песен лучше вокал у Оли. Ну что, еще по рюмочке? Сегодня мы поймали этого наркомана. Кого? Геру. Георгия Малкова. Поздравляю. Он сказал, у них фотографии. Там, где ты. Рядом с трупом этой девочки. Кем она была? Наркоманка со стажем. Давно уже на учете в наркоконтроле и диспансере. Установили передоз. Ее убили. Мне на глазах. Тише,
И обещаю, ты больше никогда не будешь страдать. Хороший мальчик. Если эти фотографии всплывут, меня, скорее всего, уволят. На тебя уголовка ляжет. Прости, втянул тебя в это все. Сейчас истекает 72 часа вашего задержания. Будут предъявлены обвинения? На сегодняшний момент, я считаю, у нас недостаточно оснований. Сергей Николаевич. Постановление об освобождении. Снимите с него наручники. Да, Сергей Николаевич, да дело же ясное. Ну, присануть только осталось его. Ребята, прошу вас, выйдите на минуту. Вышли! Распишись. Слушай, ты, сучонок, думаешь, я тебя испугался? Меня бандюки пером резали, пулями стреляли. Мне это не страшно. Не таких сажали, не таких отпускали. Но если моего сына хоть как-то, хоть чем-то, у вас несчастные случаи на производстве были? Будут. Ты что, дядя? Я наоборот за сотрудничество. Тебе сколько надо занести? У нас занесут. Я против войны. Peace. 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 Я с мразью на сделки не иду. Уже пошел. Гук жудасный. Такое ощущение, что в переходе на комбарях играем. Треба новый аппарат. Деньги надо. Деньги будут, и аппарат будет. Ясное дело, меня отпустили. Рявкнули, разбежались. С ними всегда можно договориться. О, Ник. Здорово. Иди за мной. Крайний подходи. Там. Это не я, мужики, не я. Мне Рома фуфло не гони, да? Я же вижу, что в натуре меньше, чем в накладной. Значит, кто-то крысит. Так вот, Рома, если я обнаружу 90-е вернутся, ноги нахрен переломаю. Ну что будет? Не знаю. Завалил бы ты свой рот. Никит, ты чего? Я могу делать крутую скидку тебе. 50% на все. Удивился? Удивился.
Уже 10 лет прошло, как ты нас бросил. Я ушел. Но алименты я платил исправно. Я все получала. А я к тебе за деньгами пришла. Вот так сразу, да? Вот так конкретно. А как? Нам надо. Всем надо. Доча, в этой стране деньги всем надо. Сколько тебе надо? $3000. Никита! Тебе вилки или зелень? Зелень. Сколько там? 4. Дай сюда. Немного на бабу-то. Рот закрой. Это моя дочь. Пардон, извините. Ай, блядь! Ты у меня повзрослела. Не хотела сказать. Я ни в чем не виню. Мама винит, а я нет. Не хочешь по-хорошему? Будет тебе по-плохому. Скоро еще большие статьи про твою папочку и тебя. Пойдем, пойдем. Че ты? Это ж моя кровь. Пойдем. Просто моя кровь. Жопа какая-то. Ты можешь меня полюбить? Я люблю Олю. Я хочу быть в группе. Нельзя вокалисткой, хорошо. Я могу быть директором. А откуда ты их взяла? Это судьба почувствовала энергию добра. Чё, деньги считаете? У нас по этим вопросам новый человек, кстати. Представляю нашего финдиректора. Возьми петлю. Зразумеешь, что ты, что три чарапахи по-ранейшему тягнут землю. Коли выйдешь у город, ты залезешь у горы и с людьми усталюешь контакт. Зразумеешь, что ты, что и сегодня, и учора наше место на трех китах. Эй-ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Не было Галилея и Боба Марлея, не было Сальватора Дали, ни Ленина, ни Леннона, ни Карла Линнея, а киты и чарапахи были. Я в седьмую навестить снова. К сожалению, встреча с Юлей не произойдет. Все отменяется. Юля умерла.
Я не хочу умирать. Это такой груз. Я знаю. Вот так давит. Если ты получил это испытание, значит, ты должен его понести до конца. Сначала я думала, что это я во всем виновата. Я хотела, чтобы ты был творческим человеком, чтобы ты был личностью, чтобы ты мыслил свободно. И теперь я знаю, что я была права. Алло, Оля, это Никита. Я буду играть. Фотографии, которые я сделал, сегодня ночью выложи везде-везде. Сначала в ресторан покушать, потом на ЖД вокзал. Напрасно ты вылез из своей норы. Стас, меня твое мнение не интересует. Ты думаешь, я ничего не понимаю? Да живи так, как тебе хочется. Договорились?
ne me quitte pas. Il faut t'oublier, tu peux s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à se voir comme un. Oublier ces heures qui douillent parfois et que tu peux croire. Я хочу с тобой жить. Я боюсь за тебя. Камеры, флешки. Улики уничтожать будете? Да. Теплые вещи собрать надо. Я иду тебя искать.
уже небо! Встречайте! Сон, зорок казачных фантом, и он серебряным пройшов дажом моих думок по таємний шлях. Зіхотіть в очах ночь для твоих жаданий час. День, их неявный отголос. В огнище раздуй своих надей. Будет новый день. Зяне темры светла, сброк да их смелей. Крок один и крок хуже его зроби. Крылы мары расчини, насустрач ветру ты, и на імгненне растворись у чистіні своей души. Пацан совсем охуел. Привет. Вы кто? Чапаев. Чапаев. Че, не похож? А? Че не напоминает? Реальная фамилия моя. Хочешь, паспорт покажу. Николай Игоревич Чапаев. Главное, я по телевидению тут.
Хотя уютно тут, я смотрю. Ну, нормально. До края, главное, близко. Мужик один был. Реальный чешский писатель. Он всего боялся. Даже из квартиры не выходил. Но была у него мечта. Париж. Париж. Понимаешь? В принципе, вот та же херня, что и здесь, только Эйфелева башня. Вот. Как у тебя. Взял он билет на поезд, поехал. Оттянуться в полный рост. Там шикарный отель, там природа, вино, там бабки, я понимаю. Все дела. Все было хорошо. Вот в последний день поездочки вышел он из отеля, и случилась там гроза. Молния, все дела. И прибило его дерево. Прикинь. Прибило. В смысле? Ну, убило. Реально переломило. Позвоночник. Умер. А мог бы дома сидеть. Можно всю жизнь жить в клетке. Так все здорово, блин. А на черной скамье, на скамье подсудимых, навеяло. А можно гульнуть напоследок, перед концом, по-настоящему. Понял? Гэтым горадзе сонца, слёзы неба на твары, скамянелыя вусны, натуральнае кола, вядома, гэта бясконца, разумеючы густы, я дарую спакусы, словы многа словаў і цыгарэтнага дыму, і цяперака дома, нібы ў гасцях, пакуль гіены шчасця шукаюць на беразе Крыму, я шукаю гадзінамі адзіны правільны шлях, я шукаю адказ, адкуль падманы здрада, я шукаю адказ, адкуль хлусняды фальш, я шукаю на выйсця, я чакаю парадаў, я чакаю на момант выйсці на ўрачысты марш. Там будуць людзі з крыламі, анёлы будуць плакаць і будзе кроў ад куль. Гэта нібыта хвіліны сталі застылымі, гэта нібыта будзе заўтра, а пакуль. Мне так холодна у гэтым горадзе сонца, мне так самотна, калі наўкол маска, рад, і мы з табою цяпер не знаёмцы, і ні кроку, ні кроку, ні кроку, ні кроку назад. Зразумей, што прысуд будзе вельмі жорсткім, зразумей, душа адказвае болем на боль. Змрочныя думкі быццам справы коза носы, змрочныя хвіліны дым ляціць пад столь. Стоп, спыніся, пакуль свечка дагарыць заўчасна, пакуль шалёны Юда яшчэ цябе не спакусіў, пакуль ты яшчэ не ахвяра вар'яцкай паскі, пакуль не з'явіўся д'ябал і хлусіць цябе не прымусіў, пакуль не застаўся за спінай дзюны горад ампіру, там дзе ж па цыру перашка Джэн, умольны патруль, і не закрутілі цябе падзеі пага на кафіру, пакуль са мною, пакуль ты не пачула, пакуль ідзі туды, дзе бачны прамень, скрозь замкнёныя дзверы, бяжы імгненны і шпарка ад шакалу галодных, калі ты будзеш усміхацца, я табе не паверу. У гэтым горадзе сонца мне так холодна, мне так холодна, у гэтым горадзе сонца мне так самотна, калі наўкол маска, рад, і мы з табою цяпер не знаёмцы, і ні кроку, ні кроку, ні кроку, ні кроку назад. Ни кроку, ни кроку, ни кроку назад.